сьогодні ми заново будемо відкривати наші відчуття і поставимо їх, органи чуттів, на службу нашому мозку. За допомогою з нашої гості Оксана Шевчук, інтелект-тренер, вже у нашій студії. Доброго ранку. Доброе утро. Сьогодні ми з вами зробимо дуже важливе упражнення. На наші органи чувств ми посмотримо з другої зовсім сторони. І будемо старатися вчитися ими управляти. Давайте повторимо, які у нас є органи чувств. Ну, це зір, так, так, зрение. Це наша шкіра, так, відчуття. Тактильне, да? Так, то есть так, это, так. Так. Це нюх, це слух. Обоняння, слух. Так, їх 5. Так, да. І що? Вкус. І смак. Так, все, є. І ще є гурт український, 6-те чуття, вони були у нас у програмі «Артпростір» в новому дні. А, 6-те чуття, отлично. Але то така інтуїція, мабуть. Да, 6-е чуття, это тоже, кстати, развивается здесь же, но сейчас мы возьмем конкретно такие вот. Тільки 5. Тільки 5, да. Вот здесь что мы сделаем сейчас? Ну, во-первых, мы вспомним о том, что, ну, вот каждый из нас, наверное, сейчас вот до упражнения, если начнет думать и вспоминать, он вспомнит такие моменты, когда он, ну вот нужно что-то сделать, вот садишься в одно место, ну ничего не получается, садишься в другое, что-то, да, вот где-то в какой-то момент вдруг ты сел в автобусе, например, едешь, либо в машине, какой-то пейзаж, и у тебя начинают потоком мысли, какие-то фантазии, что-то приходит. Может быть, где-то какое-то место, кафе, да, вот, и выбрать, найти такой момент, когда у тебя возникает вот эта муза, о которой мы говорили в одной, да, из предыдущих упражнений, перед она возникает не везде и не всегда. Ну, давайте так, чтобы было более понятно. Многие гениальные люди, например, у кого-то в душе, да, там вот Эйнштейна, в душе он купался, и ему приходили озарения. У кого-то во время прогулки, кто-то, да, вот когда он находился, например, ну, где-то, да, там, засыпал, да, вот он засыпает, и у него приходят такие вот мысли. Так вот, очень важно человеку найти это состояние, это место, когда ты будешь максимально продуктивен, когда открывается какое-то особое такое, да, вот связь с чем-то, да, таким вот, что у тебя появляются такие вот идеи, мысли, ты можешь книгу написать, стихи сочинить, да, все что угодно, вот, без особых усилий. Я вже знаю, ты це місце, и до чего тут органы чуття, власне? Очень важно исследовать, вот. И для того, чтобы исследовать, мы возьмем и разделим их по порядку. Например, начнем мы с первого. И вообще, да, что мы знаем об органах чувств? Они легко вовлекаются в игры, правда? Вот заметьте, как это сейчас используется на телевидении, нам все время какие-то яркие картинки, образы, нам хочется, да, увидеть, чтобы они были более четкие. Либо, да, там... Продают за допомогою запахів, я знаю, що запахи. В магазинах відповідні аромати розповсюджуються спеціально для того, щоб було приємно заходити в цей магазин і щось обов'язково збуджувався мозок і щось хотілося купити. Хотілося їсти або хотілося щось купити. Машини, да? Машини, старий подержаний автомобіль, бризгають дезодорантом запаха свіжого нового автомобіля. То же саме, да, в булочних, коли такий прям сумасшедший аромат цих булочок, на самом деле, це теж ароматизатори часто бувають. Ну, вот. Поэтому это действительно так, и это очень важно. То есть сейчас мы можем понять это. Давайте все-таки посмотрим, каким образом мы можем с вами, да, это делать, использовать в качестве упражнения. Ну, давайте возьмем по порядку. Первое у нас чувство – это зрение, как мы его назвали. И упражнение, которое с этим связано, мы назовем спонтанное искусство. Как это делается? То есть вы ходите на улицу и начинаете наблюдать, искать природное произведение искусства. Ну, например... Какое красивое дерево, так? Або... Может быть, красивое, а может быть, и не ту же, да? То есть вот может быть что? Например, какая-то ржавчина появилась, да, вот на... стояла машина или, да, какая-то там, да, скамейка старая. Найдите в этом красоту. Да, вот как это... Что привабливает увагу, так? Вообще, в принципе, даже не обязательно оно привабливает, оно ни у кого не привлекло внимания, а вы рассмотрите и найдите что-то, да, вот как взаимодействует человек с природой, где-то в асфальте дыркой проявляет, вырос, знаете, вот как бывают такие картинки, травычка. Цветок, травычка, да, либо бывает так, да, там тополь пробился, да, или... Або грибы выросли. Грибы выросли. Посред бывает, места, да, так? Да, два дерева переплелись рядом, да, стоят, и вот вроде там на вишне, да, там уже цветки сирени. Или, может быть, да, стена, которая разрушилась, потрескалась, увидите в этих трещинах картину. Да, то есть и задание найти как минимум 10 таких вот картин, да, то есть увидеть их,
понаблюдать. Це не менш складно, ніж дзьобики. Це не менш, це навіть більш складно, тому що, знаєте, вот, но это очень интересно, объясню почему. Потому что часто мы слышим такие советы нам, да, вот, ну, будьте как инопланетянин, раз в неделю ходите по своему району и сделайте вид, что вы видите это первый раз. Это сложно сделать, когда ты просто вот идешь, а что мне увидеть первый раз, да, то есть мозг сопротивляется, я знаю все вокруг, но когда ты берешь определенную задачу, найти произведение искусства, ты начинаешь их замечать, какие-то линии, да, какие-то моменты переплетения, дом там полуразрушился где-то, да, какая-то ветка, и это красиво на самом деле, да, художники многие это замечают. Ну, вот. И задание выделить вот на это упражнение только на зрение, да, например, 3 часа в неделю. И вот в течение недели это делать, записывать, можно зарисовывать, да, взять какой-то альбом, ручки и выполнить это упражнение, взять себе такую задачу и искать. Це що касається зріння. З дітьми любимо гратися у хмаринки. Що да. уявляє собою ця хмаринка? Отлично, да. Ну, ми зараз візьмемо свій район. Да? Хмаринки – це дуже цікаво. Вони викликають фантазію, да, вот тоже. Давайте зараз з хмаринок вернемося і посмотримо вокруг себе, да? Потому что много цікавого ми зможемо побачити. Следующий орган чувств – це у нас який? Давайте візьмемо обоняння, то есть запахи. Давайте запахи. І... Що можна вигадати із запахом? Пахне собі ванілька, та й пахне. Ми будемо не вигадувати, ми будемо з вами слідувати. Да? Ми постараємося зробити, да, ми будемо збирати запахи нашого району. Це можуть бути запахи нашої вулиці. Або, наприклад, я працюю там, да, вот в районі, ну, например, советской, да, и я выхожу на обед, и я прохожу по этой улице, и я стараюсь 10 запахов заметить, да, какие у меня вызвали ассоциации. Здесь вот, да, там запах, я проходила мимо булочной, здесь вот, да, это парфюмерный магазин, здесь какой-то запах необычный, что это такое, цветет дерево, что за дерево, цветок, да, и это записывать и описывать те чувства, которые они вызвали. То есть в качестве упражнения это такое вот, сделать описание, поискать эту ноту какую-то, да, запам'ятовувати місце за запахами. А буває так, правда? У вас було таке? Ну, звичайно. Да, вот так вот проходиш. У мене бувало так, що проїжджаєш мимо і думаєш, так, отут я читала цю книгу. Я дуже люблю читати, багато читаю, буває, да, вот в любой ситуации. І ти вспоминаєш, де і коли, да? То есть такі вот триггери. Но сейчас мы именно с точки зрения исследования, изучения, да, и ощущения полноты этих чувств, да, вот, вот прямо обращаем внимание. Ведь много раз мы идем вообще обычно и просто не обращаем внимания. Только если резкий какой-то запах, да, или там сильно приятный, мы на него заметим. Здесь мы просто ставим себе задачу в течение 3 часов, вот, например, сегодня или, да, на протяжении этой недели, я буду исследовать и записывать. Таким образом, мы учимся контролировать это, обращать внимание, замечать и использовать для творческих таких вот моментов. 10 запахов нужно описать. Ну, головне тільки зупинитися на описах. Да. Помітити і зупинитися, і не на своїх піти ощущенням. За смачним запахом, о, якоїсь, да, булочки. Да, це дуже можна. Да. І тут вот именно свої ощущення в этот момент, що я почувствовала, да, що вони викликають, які емоції, які чувства. Так цілі міста можна запам'ятовувати за запахом. Можна так? Вообще. Говорять, Львів – це запах кави, так? Угу. Київ – це щось такого інше, каштанів, наприклад. Каштанів, так, да, тут більше зрительне, так? Да? Так, хорошо, теперь давайте перейдем в следующий момент, это слух, да, следующий наш орган чувств, слух, и как мы можем использовать его. Я предлагаю назвать это упражнение, знаете как, локальные легенды. Локальные легенды – это легенды моего района, да, можно даже узко взять двора. Как это упражнение надо сделать? Это очень просто, не надо ничего придумывать. Придумывали мы раньше, да, то есть придумать мы будем позже. Здесь упражнение, идея собрать эти истории. То есть вы можете выйти на улицу, и задача 3 человека расспросить, чтобы он что-то рассказал, какие-то, да, истории своей жизни, да, какие-то, может быть, интересные моменты, связанные именно с этим двором, с этим местом. И тут можно вообще включить творчество. Представиться блогером, сказать, что я пишу на своем канале. И либо, да, там, телерепортером. Можно взять с собой диктофон, можно просто в блокноте записать, да, и эту историю потом просто вот эти 3 истории собрать. Это вообще целое можно, да, там целые книги писать. Если это вот зацепит, можно, ну, я думаю, из этого даже целый бизнес какой-то сериал устроить, да, креативную идею. Там и сериалы, либо, да, книги, журналы, блог свой, да, очень сильно разнообразить. И это тоже, да, кроме
кроме того, что это полезно и интересно с точки зрения преодоления, подойти к человеку, может, даже незнакомому, спросить у него, рассказать, да, представиться, это такой вот вообще рост личностный, ну и плюс легенды собирает, да, то есть начинаешь понимать, что разные люди, у них разные истории, разные жизни. Сторітелінг зараз використовується у різних галузях життя, маркетингу також він приносить свої дивіденди, так? Конечно. И здесь будет очень большая практика еще с точки зрения сторителлинга, собрать истории, да, люди, кем я восхищаюсь, люди, которые, да, там, какие-то моменты в жизни пережили, такие, которые могут быть полезны. Да, то есть это упражнение вот с точки зрения слуха. Теперь, смотрите, осязание. Да? Так, еще у нас залишилось ось такі відчуття тактильне. Осязание, тактильное, да, тактильные маркеры, да, вот можем. Тоже задание в течение, там, ну, 3 часа, это на неделю. Не обязательно прям вот пойти 3 часа. Хорошо, если их выделить, это будет очень здорово. Можно, да, на протяжении каких-то дней. Найти какие-то різні поверхні, да, їх посмотреть, попробовать. Какие-то более гладкие, где-то шершавые, что вообще характерно моему району, какие камни здесь есть, какие деревья, как они выглядят, а как их можно по-другому сделать, да? Какие чувства они вызывают, как можно использовать, может быть, да? Можливо, пошукати щось об'єднуюче, що їх об'єднує, і контрастні відчуття. І що їх образить? Да, 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 да. То есть просто первое, что мы делаем, это наблюдение. Наблюдение за тем, что есть. А какие вообще здесь деревья? Отлично. А какие растения? Какого цвета трава? Какого цвета листья? Какие они? Где-то более жесткие, где-то более мягкие, где-то более такая вот поверхность будет, да, там шершавая, где-то более гладкая. Это бесконечно, да, интересно так исследовать мир, который ты, казалось бы, уже знаешь. И ты знаешь его уже давно. Но интересно, что мы его изучили, исследовали. И привыкли. Да, и все. И мы думаем, что мы это все знаем. То есть вот погружение в это. И опять же, да, в дневнике записать, какие были материалы, какие чувства они вызвали, да, то есть как их можно еще использовать, что с этим применить. Вот. То есть это такие вот, вот изучение этой разной фактуры дает разные ощущения. Даже есть такое упражнение, давайте сейчас мы его сделаем, ну, оно немножечко такое внутреннее, думаю, с нами телезрители тоже его могут сделать. Представьте себе на ощупь, да, гранитный камень. Вот просто представьте так, на ощупь. Уявили, так. Чувствуете, да, руками? Вот это память тактильная. Такий прохолодний, гладенький. Да, да. Вот, представьте себе на ощупь ткань, шерсть. Ну, зрозуміло, так. Да? Вот, вот мы ничего не трогаем, ткани этой нет, да? Но ощущения в руках есть. Точно так же, когда мы собираем эти ощущения, когда мы, да, вот уже прям исследуем реальный мир, мы это пробуем, мы что-то представляем, это, да, мы создаем нечто, да, в уме, какие-то новые связи. Ну и последнее упражнение – это вкус. Смак. Мабуть, це самое интересное упражнение, но не знаю насчет найсмачнейшего. У нас у каждого есть определенные вкусовые привычки. Мы приходим в магазин, да, чаще всего мы берем уже привычные вещи, мы редко пробуем что-то новое. Я вас попрошу сделать наоборот, да, то есть покупать какие-то три вещи, три вкуса, три продукта, которые вы никогда не пробовали. Купите чуть-чуть, совсем немножечко, чтобы было достаточно для дегустации, и попробуйте медленно, не спеша, распробуйте, какой вкус это был, какие ощущения он вызвал, да, какие первые реакции. И это тоже, да, вот именно с точки зрения исследователя. Сесть, исследовать, почувствовать, записать. Ну и пробовать постоянно, да, не только один раз пойти, да, то есть вот точно так же, как, в принципе, каждое упражнение нужно повторять, точно так же и эти. Можно уделить вот прямо неделю одному, неделю второму, неделю третьему, да, то есть по 3 часа там в день, в неделю, да, как можно больше вот сконцентрироваться на каждой этой сфере, и дальше уже, в принципе, это упражнение, оно будет с вами всегда. Да? Периодически его стоит тоже делать в новом районе, да, в новой местности где-то, да. И дальше, что самое интересное, что благодаря этому начнут сыпаться идеи. Начнут сыпаться совершенно легко и непринужденно, да, начнут какие-то идеи, мысли, варианты. Вот мы уже с вами, да, разговариваем, уже какие-то, да, приходят. Потому что разные вещи будут открывать свои, сдавалось бы, привычные, але забутые стороны. Да, какие-то новые истории, варианты, вот когда мы, да, ставим задачу, а как это по-другому использовать, а что это дает, а как найти эту картину, да, вот в реальной жизни.
Вот, поэтому, что самое удивительное, что благодаря такому исследовательскому подходу креативность и гениальность наша, да, вот это творчество, естественно, оно спонтанно будет появляться, да, вот прям вот поток идей начнется. Вот. Ну що ж, я дякую вам, Оксано. Сьогодні ми вчилися використовувати органи своїх чуттів для того, щоб заново пізнавати світ із звичного, але, можливо, забутого боку і відкривати нові ідеї.